Девочки, всем привет! Сегодня у нас будут свотчи. Свотчи палеты, которые я получила в посылке с сайта Коснова. Сайт Коснова – это фирма или концерн, можно, наверное, так сказать, которой принадлежат бренды LV, Catrice и Essence. И, может быть, еще какие-то. Я давно не интересовалась. Девочки, да. На самом деле этот заказ был сделан ради одной палетки, и я, наверное, начну именно с нее. Это палетка Pumpkins. Pretty Please. Посмотрите, какая прелесть. Это вот то, что я обычно ожидаю осенью. Я ожидаю что-то такое в виде тыковок, в виде цветочек, шишек. Вот что-то такое, фруктики. Какие-то осенние. И Essence оправдал ожидания, конечно. Я знала, что эту палетку я куплю даже. Какие бы на нее ни были отзывы, я эту палеточку куплю просто из-за оформления. У меня есть другие палеточки. Вы знаете, может быть, в следующем видео. Я не знаю, будет на следующий день или через день. Ну, как-нибудь на этой неделе обязательно загружу. Покажу вам другие палеточки от Essence из таких... девочки, лимитированных коллекций. Вот, давайте посмотрим, что внутри. Здесь есть зеркало, как видите, пленка. Это, в общем-то, прекрасно. Ой, девочки, вы знаете, ну ладно, по-моему, вроде и так получается. Пленки это прекрасно, потому что в те моменты, когда палеточки отправляются в магазин. У нас, несмотря на то, что Германия вроде как цивилизованная страна, люди ведут себя очень цивилизованно и лезут пальцами в палетки. Я понимаю, когда нет тестеров, это можно как-то очень отдаленно оправдать, но когда есть тестеры, и все равно это делается, это неприятно. И поэтому, конечно, такие пленочки, это замечательно. Это Essence молодцы. Я думаю, что это была реакция пару лет назад на то, что очень много приходило брака обратно. Вот такая красота, девочки. Конечно, наверное, вот так лучше всего видно, если я покажу оттенки, потому что свет падает с вот этой стороны. Было бы лучше, если бы было наоборот, но тогда бы я закрывала освещение. А мне хочется вот именно при дневном, обычном, нормальном освещении вам оттенки показать. Такая вот красота. Здесь у нас тыковки. Сейчас я приближу. И вам будет лучше видно. И такая вот интересная палитра. В общем, у нас палитра очень теплая. Давайте, наверное, я чуть-чуть это изменю. Вот так. Палитра очень теплая. Из красных оттенков здесь только один. Он красно-бронзовый, скорее всего. Но мы будем сейчас с вами свотчить и посмотрим. Вот это коричневый шоколадный оттенок, это я вам уже сразу вижу. И вот это похоже на запеченную текстуру. Но это все мои предположения, я люблю посмаковать немножечко, прежде чем я залезу пальцем и испорчу мои тыковки. Давайте начнем, как обычно, с... Давайте с матовых. Не как обычно, с матовых. Я, конечно, пальцем лезу всегда. Девочки, я, конечно, легонечко прикоснулся. Посмотрите уже, какая пигментация. Так. Бомбическая пигментация, девочки. Вот тут три милые тыковки. Понятно, конечно, что они сотрутся, но все равно, знаете, в самом начале это делает погоду. Так, давайте перенесем. Матовые оттенки очень хорошо пигментированные. Вот. Вот эти немного между собой похожи. Так, вот эти два. Но мне кажется, что все равно при тушевке будут нюансы лучше видны. Так, давайте теперь посмотрим на не матовые текстуры, девочки. Так, секундочку, хочу немножечко правдоподобности. Так. Нет, я действительно хорошо отгадала. Это такая не запеченная текстура, но сатиновая. Так, вот это уже что-то кремово уходящий.
Тоже. Но они не слишком кремовые такие. Не слишком влажные. Так. И вот этот оттенок. И давайте перенесем. Ага, ну да, вот этот кремовый прям сразу видно. Так. Вот этот сатиновый в матовый уходящий. Свотчи отлично передались, девочки. Оттенки вы видите, это те, которые действительно есть. Должна сказать, что вот как оно есть, как я это вижу, так видите это и вы. Камера чудесно передает то, что в палетке. И, как видите, качество мне нравится. Вот так по свотчам. Хотя свотч не всегда передают то, что потом будет у вас в макияже. Но сейчас они меня удовлетворяют. И оттенки довольно избитые. Я не вижу тут ни одного супер интересного оттенка. Все... Ну, вот этот очень красивый такой, нежный, жемчужно-розовый такой. Красивый оттенок. Остальные все обычные. Но... Это, как я уже сказала, была совершенно обдуманная коллекционная покупка. То есть это не ради каких-то новых уникальных оттенков было куплено, для души коллекционера. И Essence меня оправдали. Пигментация качества чудесная. Как оно будет все проявляться на веках, вы узнаете в ноябре в макияжных видео. Конечно же, эти палеточки пойдут косметичку месяца. Соответственно, будем с вами собираться или какие-то готовые макияжи я вам потом покажу. Ну вот свотчи, вот эта красота вся. Я не знаю, 6 минут любуюсь. Я осталась в восторге. Вот у меня миниатюрные тыковки и к ним палеточка теперь. Так. Она просто отсвечивает, ее нужно как-то против света показывать. Так, теперь чуть-чуть отодвинемся опять. А для чего? Чтобы показать вам следующую палеточку. Это коллаборация, которой сами немцы удивились, потому что Essence ее не объявлял особо громко. Every Day is a Mystery. Это какая-то коллаборация Beauty... Так, сейчас вам скажу. Beauty Benz. Beauty Benz. Действительно. К сожалению, никакой информации нету. Надо смотреть на официальном сайте, может быть, что-то написано. Но оформление просто шикарное, девочки. И вам ничего не напоминает оно. К сожалению, у меня сейчас не могу вам достать мои палеточки от Revolution. Но мне очень это... Хотя, смотрите, какой лес шикарный, действительно волшебный. Вот так вот посмотреть. Это лес, который я ожидаю увидеть в фильмах или мультиках про «Властелин колец», про хоббитов, что-то такое, хоббиты, феи, аватар, да? Девочки, мы полюбуемся, я просто хочу посмаковать это вместе с вами. Вы, конечно, всегда можете ускорить видео или перемотать. И вот такая вот красота. Вот эта вот красота мне однозначно напоминает палетки Revolution. Девочки. Daydream называлась палеточка. Там дневная была и вечерняя палетка от... Не Freedom Makeup, а как же она называется? Obsession. Вот, Obsession. Новая коллекция. Там коллаборация с девушкой. Такое ощущение, что либо дизайнер, который это делал, делать те палетки, не знаю, или они воодушевлялись каким-то одним фильмом, мультиком, аниме, что-то такое, короче, проскальзывает характер. Давайте посмотрим, что внутри. Пленку я уже сняла, потому что сначала я хотела с ней собираться, но потом придумала в пользу другой палеточки. Девочки, вот оттенки. Прелестно. Так, вот здесь прямо... Чарующий синий-голубой, зеленый, красно-розовый. Тут опять зеленый, зеленка, нейтральный, фиолетовый, нейтральный. Здесь цвет шампанского, здесь в бронзовый уходящий немножечко оранжевый и коричневый. И есть кисточка. Почему
Потому что особенность этой палеточки в том, что вот эти три оттенка, это, сейчас вам покажу кисточку, видите, это айлайнер для того, чтобы делать, о, так, ничего себе, а почему ты такой, сейчас, секундочку, девочки, я за кадром посмотрю, что это такое, ага, нет, это просто какое-то было в жидкости смоченная кисточка, потому она такая была жесткая, так она обычная синтетическая. Сейчас я ее немножечко адаптирую. Так, нет, она все-таки мягкая, потому что первый раз я просто прифигела. Я думала, корябы своего века, я такой фигню не буду. Нет, нормальная кисточка, но она вот синтетическая, синтетика такая пластмассовая. Ну, возможно, это имеет смысл. Сама кисточка сделана хорошо. Из вот этих трех оттенков можно делать, это называется Activate with Water Hydra Eyeliner. То есть с водой, как краски какие-то, вы можете их оживить и сделать, девочки, сделать, как же это называется? Вылетело слово, айлайнер, стрелку сделать такой цветной. Сейчас посмотрим. Сначала давайте на сухую сделаем свотчи. Так, матовый, 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 матовый оттенок. Пигментация шикардосная. Давайте перенесем вместе. Ага, ага, напоминает мне оттенки из палетки городов, серии городов Essence, которые выглядели как краски какие-то. Так, здесь у нас, не, значит, красного не хватает. Красный. Ага, у него текстура пальцем чувствуется прям совсем другая. Оранжевый не является, уже бархатистый. Здесь более шершавая вот в этих, трех оттенков шершавый финиш. И видите, он какой бледный. Оранжевый классный опять, и вот эти, видите, они бледные, эти хюдра. Ну ладно, мы сейчас будем их активировать и посмотрим, какие они будут. Так, смываются хорошо. Так, теперь давайте посмотрим два таких избитых оттенка, 27 12 и Зюс. Зюс по-немецки Зюси. Неужели это Зюсл? Что за фигня? Название интересное. Это значит у нас Биби, Файтер, Хоуп, Эльфи. Понятно, американские, да, название. Ну, Карма интернациональная. Сини, Мистери, Шрайнихдзо, по-немецки. Юник, Брейс. Вот это вот два оттенка назвали по-немецки. Я не знаю, это дурь какая-то. Ну, если бы это восклицательный знак был, то Зюс это по-немецки сладко. Сладко, или как бы еще мило говорят. Ну, как говорят, да, сладкий малыш. Ну, вот это вот Зюс так иногда потребляется. Шрайнихдзо, не ори так. Ну, не знаю. Так, и давайте два глиттера. Ну, у Essence обычно хорошие такие глиттеры. Не особо приятные, но красивые. Да, они грубые. Здесь их надо на подложку однозначно наносить, они сухие. Так. Вот просто вот так сделаю. Так, оттенки видны. Так красивые, да? Так, вот эти. Самые обычные сбитые оттенки. Текстура маслянистая, извините. Маслянистая текстура, золотой, светлый и сноуфлейк такой беленький. Ну, как сноуфлейк, если вы помните раньше. Был очень классный такой шелковистый оттенок сноуфлейк. Так, и теперь давайте уже делать, как мы собирались, активировать и делать айлайнеры из этого. Видите, прям как краски оставляет. Окей, хорошо, проводим.
Да, действительно можно рисовать, видите? Не суперпигментация, прям я вам скажу. Ну, пойдет. Для Essence, наверное, действительно что-то особенное. И перед тем, как закрывать, конечно, нужно, чтобы тенюшки высохли. Ну, долго выпендриваться придется, чтобы нарисовать красивые стрелки. Может, я, конечно, ошибаюсь. Ну вот. И тоже такой оттенок, в общем-то, пастельный. Яркость по-немецки. И коричневый, давайте посмотрим. Ну, коричневый, вот мне такой в рыжевато уходящий больше всего нравится. Ну, может, конечно, это я как-то не так наношу, может быть, такое. Вот, девочки, такие тенюшки матовые, вот эти, конечно, мне очень нравятся, которые обычные. Где-то оранжевый, вот, оранжевый. Вот эти классные. Раз, два, три, четыре, пять. Мне очень нравится. Пять оттенков шикарные. Пигментация у них классная. Ну, здесь, конечно, покреативить есть куда. Есть куда. Мне нравится. Хорошо, замечательно. Девочки, на 16 минут проболтала всего лишь про две палетки вам рассказала. А у меня еще три. Не влезу в 30 минут, потому я отключусь, и будет просто вторая часть. Всем хорошего дня и до следующего видео. До встречи во второй части. Всем пока.